Вот так сегодня выглядит жилой дом на проспекте Сейфуллина, пострадавший при взрыве бензовоза этим летом. Аким Алматы Ахмеджан Есимов лично осмотрел восстановленное жилье и пообщался с хозяевами, которые уже начали заселяться. Спасибо всем, кто принимал участие в восстановлении этих квартир. Отлично, хорошо. Я сама 30 лет на стройке работала, щекотур маляром. Но очень хорошо побелили. Даже одного полоса нет. Всего компания «Гелиос», которой принадлежал бензовоз, выплатила более 135 миллионов тенге в качестве компенсации владельцам квартир, магазинов и машин, пострадавших во время пожара. На сегодняшний день восстановлено 8 квартир. Еще в трех работы практически завершены. Те квартиры, которые ремонтировал «Гелиос», тоже полностью завершены. По тем, которые хотели сами жители отремонтировать, им необходимая компенсация была выплачена. Они тоже в скором времени завершат. И это очень важно. Я вот обращаюсь и к жильцам этих квартир, и руководителю КСК, с тем, чтобы до отопительного сезона эти работы были завершены. Также «Гелиос» оказал материальную поддержку семье погибшего водителя бензовоза, которого представили государственной награде. Его супруга устроена на работу в эту компанию, а дети по достижению совершеннолетия получат страховые выплаты. Айгерим Авдибек, Жанибек Бимагамбетов, телеканал «Алматы».